Китай огромный, и для многих остается неизведанным и нераскрытым. Такой туман неведения образовался не сам по себе, а отчасти потому, что на слуху за границей только самые известные города по типу Пекина или Шанхая. Ну и, конечно же, Уханя. Тем не менее, в Китае есть 23 провинции, также есть автономные районы и города центрального подчинения, например, город Чунцин, в котором мы недавно были и про который в скором времени выложим видео. Так вот, все эти провинции и районы уникальны по-своему, и в них есть не менее интересные и футуристические города, чем тот же Пекин или Шанхай. Просто про такие города за пределами Китая мало кто слышал. Сегодня вашему вниманию хочу представить столицу провинции Хунань, город Чанша. Хунань – провинция, расположенная на юге Китая в довольно горной местности. В ней расположено 13 городов, а также расположен один автономный округ малочисленной народности Мао. Вообще, сама провинция – довольно популярное туристическое направление не только для китайских туристов, но и для иностранных, если возвращаться в те времена, когда иностранные туристы могли сюда еще приезжать. Популярно это место по нескольким причинам. Во-первых, именно тут расположен национальный парк Чжанцзядзе. Именно пейзажами горной местности этой заповедной зоны вдохновлялся Джеймс Кэмерон при создании образа Пандоры в своем фильме «Аватар». Помимо этого заповедника, провинция имеет важное историческое значение для китайцев, так как именно тут, недалеко от столицы Чанша, в небольшом поселке Шаошань, родился Мао Цзэдун. В честь такой значимой фигуры в городе Чанша на Мандариновом острове в 2009 году открыли 32-метровый памятник, вырезанная из камня голова молодого Мао Цзэдуна. Китайцы, кстати, называют его дедушка Мао. Сам остров и территория парка на нем очень красивая и ухоженная. Да и сама скульптура выглядит величественно. Правда, возле нее всегда много китайцев, и сфотографироваться довольно проблематично. Как на острове, так и в самом городе царит спокойная, размеренная атмосфера. Несмотря на свои размеры, Чанша не вгоняет в бешеный ритм типичного мегаполиса, где все куда-то спешат и повсюду пробки. Уютный и домашний. Именно таким нам показался Чанша. Архитектура местами выглядит действительно футуристично, масштабно и необычно. Например, вот так выглядит Международный центр культуры и искусства. Помимо центра искусства, там также расположены большой театр и музей, выполненный в одинаковом стиле. Как и многие необычные архитектурные проекты, построенные в Китае, эта красота была спроектирована иностранцами, а именно Zaha Hadid Architect. Строить этот проект начали в 2013 и закончили в 2017 году. По задумке, эти здания должны напоминать лепестки цветов. Как думаете, похоже? Кстати, внутри этих зданий вид не менее впечатляющий, чем снаружи. Мы, к сожалению, туда не попали, но вот некоторые фото изнутри.
Помимо необычной архитектуры и небоскребов, Чанша таит в себе старенькие районы с низкой застройкой и китайским колоритом. Расположенные они по городу гармонично и ненавязчиво переплетаются с городским урбаном. Прогуливаться по таким улочкам нам особенно нравится, они красивые, спокойные, а также там много небольших магазинчиков и кафе. Вообще, подобный район есть почти в каждом городе, сюда можно приехать и просто понаблюдать за бытом китайцев, купить интересные сувениры местных мастеров, ну или перекусить в каком-то ресторане. Кстати, в эту поездку мы искали определенный номер, где могли бы остановиться. Из критериев у нас был красивый вид на город и реку. И так уж получилось, что при поиске мы обнаружили, что в Чанше есть много интересных номеров, не просто с красивым видом, а еще и с ванной, направленной прямиком на этот вид. Вообще, кстати, ванны в китайских квартирах довольно редко можно встретить, поэтому таким номером мы были приятно удивлены. Открывается интересный вид как днем, так и вечером. Но вечером, конечно, особенно красиво из-за переливающихся огней ночного города. Если вы смотрите видео из Китая и планируете поездку в Чаншу, то ссылку на этот номер я оставлю в описании к этому ролику. Интересная особенность, которую мы заметили в Чанше, это большое количество различных креативно оформленных торговых центров. Помимо самого известного из них IFC, который располагается в самом центре города и на крыше которого находится смотровая площадка с ресторанами и популярными в Китае персонажами, в этом городе также есть различные центры, которые пытаются переплюнуть друг друга в оформлении и украшении. Например, есть один торговый центр, который расположен довольно далеко, но благодаря тому, что у себя на территории он открыл интересные локации, люди готовы сюда ехать даже с другого конца города, и народу там всегда много. Например, одна из таких локаций – это огромный книжный магазин с макетом дирижабля в центре, куда ты можешь подняться и прогуляться. Вообще, в последнее время я стал замечать, что в Китае открываются нереально красивые библиотеки и книжные магазины, в одном из которых мы, кстати, были в Шанхае. Переходите на всплывашку, чтобы посмотреть. Так вот, такие книжные магазины очень кинематографичны и подходят для красивых фотографий. Также на территории этого магазина расположена небольшая арт-школа и уютный ресторанчик. Как по мне, такие локации для привлечения клиентов очень крутая идея, и таких мест в Чанше очень много. То, куда мы попали, только малая часть. И, кстати, помимо отдельно созданных локаций, оформление всех магазинов внутри также зачастую довольно креативные и интересные. Поэтому даже если вы не планируете ничего покупать, то там можно просто прогуляться. А вот, кстати, другая локация, но уже из другого торгового центра. Людей там, конечно, всегда очень много, но это уже стандартный атрибут любого места, куда бы ты ни пошел в Китае. Поэтому без этого никак. Продолжая тему торговых центров и интересных локаций, хочу рассказать вам про одну из визитных карточек Чанши. Это популярный и известный на весь Китай бренд молочного чая, который называется Чанша Чайян Юэсэ. По-английски его подписывают как Chinese Modern Tea, хотя перевод и не совсем точный. Вообще тема так называемого чайного фастфуда в Китае очень развита. Тут есть, наверное, сотни брендов и десятки различных вариаций напитков на основе чая. Именно эта компания, по заявлению китайцев, популярна тем, что у нее исключительно вкусный чай, исключительное обслуживание. Также одна из причин такой популярности состоит в том, что кроме Чанши этот бренд не выходит за пределы этого города, и поэтому это придало ему особую уникальность. Люди съезжаются со всего Китая, чтобы его попробовать и сфотографироваться с фирменными стаканами в руках. В самих заведениях нет посадочных мест, все напитки тут на вынос. Также во многих из таких мест есть встроенный магазин, по которому можно походить и купить один из сортов чая или их фирменную продукцию. Одна из таких новых чайных точек, которая недавно открылась в одном из торговых центров, стала мега популярной из-за интересного оформления в стиле каньона антилопы, что в США. Как вы поняли, это место идеально подходит для фотографий, поэтому людей тут очень много. Кстати, очереди в таких чайных кафешках дело обычное, но чтобы все люди не толпились в одном месте, тут после заказа выдают такое устройство, которое начнет мигать, как только ваш заказ будет готов. То есть после оплаты вы можете пойти дальше прогуливаться и как только будет готово, вернуться обратно и забрать свой чай. Как по мне, удобно, но даже несмотря на такую услугу, очереди всегда длинные. Этот чай тут настолько популярен, что иногда его можно увидеть на другой стороне пешеходной улицы. И все равно, что в одном, что в другом месте будут очереди. В одной только Чанше таких чайных точек насчитывается 384. Кстати, в других провинциях пытаются копировать этот бренд и создать подобный дизайн и логотип. Ну прям очень похоже. С некоторыми из таких чайных компаний они даже судились и какие-то суды выигрывали, но тем не менее они продолжают работать. Выглядит, конечно, забавно, когда китайцы копируют китайцев. Помимо чая, про который я вам уже рассказал, Чанша также славится своей особенной лапшой. Она настолько популярна, что в городе даже есть специальный район, который называется «Улица лапши». Эта улица, в общем, связана с лапшой. Здесь есть даже музей лапши. Вот он за моей спиной. И здесь вот сзади меня
такая вот скульптура, посвященная лапше. А сзади меня, мы когда ехали издалека, я думал, что это гриб упирается в стену, но это лапша. Это вот тарелка, и из нее лапша, вот так вот. Вдоль этой улицы расположены различные ресторанчики, где, соответственно, готовят различную лапшу. Среди них есть даже известные на весь Китай. Например, вот этот ресторан на входе увешан различными наградами, в том числе первое место среди самой вкусной лапши. Какое-то нашли известное место здесь, где готовят лапшу. Вот тут висят награды. Наверное, самое известное место здесь, по всей этой улочке, где готовят лапшу, потому что все китайцы приходят именно сюда. Также, чтобы завлечь клиентов, такие кафешки в своем названии упоминают какие-то новостные каналы, якобы самый лучший ресторан лапши по версии канала CCTV. Если вы не собираетесь тут кушать, то приехать сюда все равно стоит. Сам этот район довольно атмосферный, и улица украшена в стиле китайской лапши. Не знаете, как можно украсить улицу лапшой? Вот вам несколько примеров. Помимо того, что здесь много кафешек, где продают различную лапшу, тут еще дома вот так прикольно стилизованно украшены по стилистику лапши. Как можно украсить дома в стиле лапши? Пожалуйста. Вот, спускается такой большой красный рак, и у него свисает лапша. А там дальше вот я заснял такая большая тарелка, из которой вылетает красный острый перец. Такие вот креативные китайцы. Также на этой улице вы найдете, наверное, один из самых больших памятников лапше. Кстати, подобные памятники есть и в других городах Китая, в Сиане или, например, в Ланчжоу. Одно из достояний этой улицы – это такая вот инсталляция лапше. Огромная такая тарелка, палочки и лапша. А еще на эту улицу приезжают китайцы, которые хотят сфоткаться на фоне кирпичной стены с китайскими иероглифами города Чанши. Нам, к сожалению, не повезло, и в этот день рабочие проводили какую-то реставрацию. Одна из причин, почему мы сюда приехали, это вот такая вот стенка, где написано Чанша, красивое такое место. Но, видите, его реставрируют, наверное, или что-то с ним делают. Все сюда тоже поприезжали в надежде сфотографироваться, но сейчас ее закрашивают. Или реставрируют, не знаю, непонятно. Таким вот для нас пристала столица провинции Хубэй, уютной, разнообразной и какой-то домашней. С удовольствием вернемся сюда еще раз, несмотря на то, что мы посетили достаточно много локаций, там все равно еще осталось много мест достойных посещения. На этом ролик подходит к концу. Если вы находитесь в Китае и планируете посетить Чаншу, в описании под видеороликом я оставил список тех мест, что вы увидели в видео. Возможно, кому-то пригодится. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх и обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео.